Дальше вот рассмотрим панель эту белую, сортировки. Итак, первая у нас сортировка по типу файла. Ну, вот у меня уже раскрытый список, раскрытый. Значит, что у нас здесь есть? Виды медиафайлы. Все медиафайлы, да, то есть без разбору сортируются они по дате, по умолчанию. Дальше все изображения, то есть если вы выбираете изображение, то только картинки появятся. Аудио, видео и неприкрепленные. Неприкрепленный здесь отдельным пунктом стоит, потому что это, ну, вообще отдельная тема. Понятно, да, что мы обычно грузим файлы не через медиафайлы, мы обычно грузим в соответствующую статью, например, или на страницу. И, соответственно, если мы загрузили изображение, то явно мы его уже и прикрепили, да, то есть мы его используем в какой-то записи. Но бывает так, ну, у меня, по крайней мере, не знаю, у вас бывает или нет, у меня очень часто бывает, когда я загрузила одно изображение, потом мне что-то не понравилось, или я увидела, что я его не оптимизировала, например, да, оно оказалось очень большим, вот, я в итоге загружаю другое изображение, то убираю, не удаляю его, просто как бы открепляю и заменяю его на другое изображение. В итоге у меня первое оказывается неприкрепленным, то есть оно у меня есть на хостинге, есть в библиотеке, но не прикреплено ни к одной записи. Мы чуть позже поговорим про эти неприкрепленные, обязательно потом после занятия зайдите, посмотрите, что у вас там с этими файлами. Возможно, что-то можно удалить, таким образом очистить, освободить место на хостинге. Итак, второй список – это по дате. То есть мы можем сортировать также наши медиафайлы по дате. Ну, здесь по месяцам, да, по месяцам и году. Дальше, третий вариант поиск, это, ну, обычно через форму поиска. Здесь мы набираем какие-то ключевые слова, участвуют в ключевом слове название файла, также участвует описание, если вы его писали, поле alt, альтернативный текст, title, заголовок и так далее. То есть все, что вы вписывали в как бы атрибуты нашего файла, все здесь можно указать, и по этим ключевым словам будет находиться. Кто не был на прошлом занятии, мы как раз говорили об оптимизации картинок, об названиях, да, то есть заполнение специальных полей, обязательно посмотрите, это необходимо для продвижения картинок в социальных сетях. Это было прошлое занятие. Кстати, все записи есть, ссылки дам в конце.